В последнее время все больше и больше людей вовлекаются в работу на валютном рынке. Но есть еще и такие, кто опасается столь страшного слова «форекс». Вот, например, вы. Какие ассоциации у вас возникают, когда слышите о трейдерах? О, нет-нет-нет, все гораздо проще. Торговать на форекс можно в любое время и в любом месте, где есть интернет. Азы торговли на валютном рынке доступны каждому. Материала для ознакомления предостаточно. Подробнее о том, как стать успешным трейдером, мы решили спросить у одного из самых популярных аналитиков, из самых востребованных преподавателей, Сергея Беляева. Сергей, как вам удалось стать экспертом валютного рынка? Раньше, скажем так, в интернете было намного меньше информации об этом рынке. И поэтому только за счет самообразования. Хорошо, тогда как же научиться торговать на валютном рынке? Какие способы обучения? Ну, давайте перечислим способы обучения. Это самое распространенное, это вебинары. Угу. Потом самоподготовка, читка авторов. Угу. Общение в чате, ну и в конце концов напрямую общение с преподавателем. Остановимся, да, на самом первом, который вы перечислили. Да, давайте. Вебинары. Есть какие-то преимущества? Почему он самый распространенный? Ну, почему самый распространенный сразу? Потому что, первое, можно слушать в любой точке, где есть интернет. Угу. Вот в любой точке. Второе, можно слушать, а в Инстафорексе вебинары все вывешены бесплатно, то есть можно зайти и слушать в любое время. Коль мы уже затронули, да, упомянули Инстафорекс, есть ли какие-то отличительные особенности вебинаров, проводимых компанией Инстафорекс, от вебинаров, проводимых другими брокерскими компаниями? Давайте мы попробуем перечислить, вот почему именно вебинары отличаются. И я говорю, что отличаются и в лучшую сторону. Ну, во-первых, почему? Перед каждым вебинаром мы делаем разбор полетов сегодняшнего дня, на котором преподаватель рассказывает, почему цена пошла в ту или иную сторону в зависимости от фундаментального анализа и плюс технического анализа. У нас есть два вектора. Вот сочетание на Форексе фундаментального и технического вектора, они дают иногда поразительные вещи. То есть рынок учитывает все. Вот с преподавателем вы делаете разбор, почему. И второе очень важное мероприятие. Перед каждым часом преподаватель дает разбор и как нужно работать трейдеру, обучение, и говорит, куда пойдет в следующий час цена. Тем самым, что он достигает? В реальном времени, в реальном рынке он показывает, как трейдер должен работать, поведение трейдера. И вот это очень важно. То есть вот этот процесс, он очень повышает, скажем так, достоверность обучения. Показывает, вот, пожалуйста, посмотрите. Что же, стоит попробовать. Зарегистрироваться на сайте не займет много времени. Для этого мы открываем нужную страницу сайта, заходим в расписание, выбираем из списка интересующую нас тему и заполняем регистрационную форму. И вот, когда регистрация пройдена и настал назначенный день и час, устроим все поудобнее и начнем наше обучение. В отправленном вам письме вы найдете ссылку на платформу проведения вебинара. Именно здесь вы будете постигать новые знания торговли на международном валютном рынке. И вы не один. Обучающим процессом руководит преподаватель, который наглядно демонстрирует изучаемый материал и сразу же отвечает на вопросы, задаваемые как вами, так и остальными участниками вебинара. На мой взгляд, ничего сложного в получении новых знаний посредством вебинаров нет. Преимущества очевидны – это просто, удобно и доступно, а главное – полезно. Не жалейте своего свободного времени на обучение, ведь именно образование – наилучшая инвестиция в свое счастливое и богатое будущее.